Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Для того, чтобы связать такую тыкву, делаем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И замыкаем ее в кольцо соединительной петлей. Далее делаем 1 воздушную петлю. И в наше кольцо будем провязывать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И соединяем наш ряд. Провязали. Далее мы делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую нашу петельку делаем столбик с 2 накидами. В эту же петлю еще один столбик с 2 накидами. И в эту же петлю еще столбик с 2 накидами. Провязали. Накид. В следующую петлю мы провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1. В эту же петлю. 2. И в эту же петлю. 3. В следующую петлю провязываем 1 полустолбик с накидом. Дальше делаем накид. В следующую петлю мы провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. Делаем 2 накида и в следующую петлю провязываем 4 столбика с 2 накидами. 1, в эту же петлю, 2, в эту же петлю 3 столбик с 2 накидами и в эту же петлю 4 столбик с 2 накидами. Далее делаем накид, в следующую петлю вводим крючок, делаем 3 столбика с 1 накидом, 1, в эту же петлю 2 и в эту же петлю 3 столбик с 1 накидом. Делаем накид и в следующую петлю провязываем полустолбик с 1 накидом. В следующую петлю провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. И вводим крючок в 4 нашу петельку цепочки и делаем соединительную петлю. У нас получается такой овал с вами. Далее делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. И в эту же петлю мы провязываем с вами столбик с 2 накидами. В следующую петлю мы провязываем также 2 столбика с 2 накидами. 1 и в эту же петлю 2. Далее 2 накида в следующую петлю. Также провязываем 2 столбика с 2 накидами. 1 в эту же петлю, 2 столбик с 2 накидами. Далее снова 2 накида и в следующую петлю также провязываем 2 столбика с 2 накидами. 1 в эту же петлю, 2. Далее делаем 1 накид и в следующую петлю провязываем 2 столбика с 1 накидом. 1 столбик с 1 накидом, в эту же петлю 2. В следующую петлю 2 столбика с 1 накидом, 1,
в эту же петлю второй. В следующую петлю также провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Провязали, делаем накид и в следующую петельку провязываем 3 полустолбика с накидом. Первый, накид, в эту же петлю. Второй, накид, и в эту же петлю. Третий. Теперь будем вязать все в обратную сторону. В следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, в эту же петлю. Второй. В следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. В следующую петлю также провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Далее в следующую петлю мы провязываем 2 столбика с двумя накидами. Первый, второй. В следующую петлю 2 столбика с двумя накидами. Первый, второй. В следующую петлю 2 столбика с двумя накидами. Первый, второй. И в следующую петлю также провязываем 2 столбика с двумя накидами. Первый, и в эту же петлю второй. Далее делаем накид. В следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю также 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю провязываем 3 полустолбика с накидом. Первый, в эту же петлю второй, и в эту же петлю третий. В следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. И в следующую петлю 2 столбика с одним накидом. Далее вводим крючок в четвертую петлю нашей с вами цепочки. Делаем соединительную петлю. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петлю основания мы пропускаем. В следующую вводим крючок. Делаем столбик без накида. В следующую петлю мы также делаем столбик без накида. В следующую петлю столбик без накида. И в следующую петлю столбик без накида. Далее делаем 3 воздушные петли. Накид. Одну петлю основания мы пропускаем. Следующую вводим крючок и делаем полустолбик с накидом. Далее мы делаем 4 воздушные петли. Накид. Одну петлю основания пропускаем. Следующую вводим крючок, делаем столбик с одним накидом. Снова делаем 4 воздушные петли. Одну петлю основания пропускаем. Следующую вводим крючок, делаем столбик с одним накидом. Снова делаем 4 воздушные петли. Накид. Одну петлю основания пропускаем, следующую делаем столбик с одним накидом. Далее делаем снова 4 воздушные петли, накид. Одну петлю основания пропускаем, следующую вводим крючок, также делаем столбик с одним накидом. Снова 4 воздушные петли, накид.
одну петлю основания пропускаем, в следующую вводим крючок, делаем столбик с одним накидом. Снова делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, накид. Одну петлю основания пропускаем, в следующую вводим крючок, делаем столбик с одним накидом. Снова делаем 4 воздушные петли. Пропускаем одну петлю основания, в следующую вводим крючок, делаем столбик с одним накидом. Далее делаем 4 воздушные петли и пропускаем 3 петли нашего основания. 1, 2, 3. В четвертую мы вводим крючок и делаем столбик без накида. Следующую петлю также делаем столбик без накида. Следующую петлю столбик без накида. Следующую петлю столбик без накида. И вот эту сторону мы полностью обвязываем в зеркальном отображении той, которую мы с вами провязали. Довязали. Теперь вводим крючок вот сюда в нашу цепочку, во вторую петельку. Делаем соединительную петлю. Провяжем следующий ряд, вводим крючок вот в эту арку, делаем соединительную петлю, одна воздушная петля, и в эту же арку провязываем 2 столбика без накида, первый, второй. Далее над 4 столбиками без накида предыдущего ряда провязываем соединительные петли, первая, следующую петлю, соединительная петля, следующую петлю, соединительная петля, следующую петлю, соединительная петля. Далее вводим крючок в нашу, под нашу цепочку и провязываем первый столбик без накида, сюда же второй столбик без накида и сюда же третий столбик без накида. Далее делаем накид. И вот в эту первую арку мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Накид в следующую арку также провязываем. 5 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый, пятый. В следующую петлю также провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Следующую арку провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Следующую петлю 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Следующую арку также 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. В следующую арку мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, в эту же арку второй и в эту же арку третий. В следующую арку провязываем также 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Над нашими столбиками без накида предыдущего ряда провязываем, как и здесь в начале,
просто соединительные столбики. Первый, следующую петлю, соединительный столбик, следующую петлю, соединительный столбик и в следующую петлю соединительный столбик. Следующую сторону провязываем так же, как вот эту. В первые две арки мы провязываем по 3 столбика без накида. В последующие 3 мы провязываем по 4 столбика в каждую арку с одним накидом. И в последние наши арки провязываем по 5 столбиков с одним накидом в каждую. Довязали. Теперь нам нужно перенести нашу петельку вот сюда. Мы вводим крючок в следующую петельку, делаем соединительную петлю. В следующую петлю также делаем соединительную петлю. Вот здесь мы сделаем с вами соединительную петлю уже новой ниточкой. Вводим крючок в петельку и вытягиваем уже не оранжевую, а зеленую ниточку. Здесь вытягиваем зеленую ниточку и делаем с вами 5 воздушных петель. 1. Так, эту ниточку захватила. Так, зеленой ниточкой делаем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Делаем 3 накида и в эту же петлю и провязываем столбик с 3 накидами. Далее следующую петлю мы также провязываем, вот эту петельку мы пропускаем, следующую вводим крючок и делаем также 1 столбик с 3 накидами. Следующую петлю мы также провязываем столбик с 3 накидами. Так. Следующую петлю мы также провязываем столбик с 3 накидами. Далее вот эту петельку пропускаем, в следующую вводим крючок и делаем столбик с 3 накидами. Далее делаем цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И вот сюда, в эту же петлю, в которой мы делали столбик с 3 накидами, делаем соединительную петлю. Теперь спрячем ниточку и посмотрим, что у нас получилось. У нас получается с вами вот такая вот замечательная тыква. В зависимости от ваших ниточек, по данной схеме у вас может отличаться размер. Она может быть больше. Также вы можете здесь добавить еще какой-нибудь листик. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, пожелания. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока!